Всем привет, с вами Фрау, сегодня мы продолжаем играть в Super Cat Tales 2. Всем приятного просмотра, а мы начинаем. Такс. Да, вне видео я, как вы могли заметить, уже очень многое поменялось. 95 бенцов и 30 идеальных. Да, вне видео я, как вы видите, уже можете заметить, я проходил. Ну, первый мир у меня так был идеально понят. Ну ладно. Я пытался проходить идеально, некоторые у меня также немножечко находил бубенцов. Например, вот здесь, на этом озере ледяном, я нашел его в пещере, благодаря Кура, потому что наконец-то я смог его разглядеть там. Здесь мелочей ничего не получалось, поэтому я пошел дальше. А лабиринты вот прошел я идеально. Однако где бубенцы, так и не понял. Идем дальше. И забрал бубенец с тобой себе еще один. Кто и там был на беговой дорожке этой. Точнее, под ней. Болото прошел первый уровень, и вот аванпост снизи. Неважно, идем дальше. Неважно. Мир 5, дом, древний монастырь. Сейчас нам скажут, вам нужно сколько-то идеальных и все такое, да? Здрасте. Добро пожаловать в наш монастырь. Зачем я так озвучиваю их? Неважно, не буду. Опять ты. Здесь очень спокойно. Если не считать огров, они меня пугают. Здесь очень спокойно, если не считать огров, они меня пугают. Его возбудить можно, наверное, этого чувака. Я угорю, держись подальше, или я съем. О-о. Конечно, да. Так я и понял, так я и подумал. Забираем монеты, потому что мы бедные. Очень бедные. Я так скажу, прям совсем бедные мы в этой игре. Это вам не Стик Рейнджер, да? Стик Рейнджер мы хотя бы богатые. Наверное. Так, мы все пропускаем, видимо, поэтому давайте вернемся. Пока мы с этим. Мы монахи, много медитируем. Люди думают, огр злой. Неправда. Огр хороший. Хорошо. Здесь нужна... Вон тот код нужен. Нашему наставнику не хватает кусочка мозаики. Ты его не видел? Нет. Кстати, насчет того кота, который это самое. Я вот даже знаю, где мне найти это самое. Как там его? Куда мне найти последнего кота? И знаете, в чем прикол? Этот котенок, по-моему, находится в самом первом же уровне. В том же уровне, где этот кот находится. А, вот, да, вот таких вот. Здравствуй, юный воин. Что приводит в монастырь? Мы ищем вход в водный храм. Чтобы разгадать тайну лунного кристалла. Тайну! Хо-хо-хо! Жизнь — это путь полный тайн. Таких, как эта головоломка. Мне не хватает последнего кусочка. Без него я не узнаю, что на картинке. На картине. Серьезно? Тайна! Послушай, ключ от лунного храма у меня. Найди пропавший кусочек мозаики, ключ твой. Серьезно? Ну, они пропавшие шпалетки, ключ твой. Вот что ж на картинке? Понятия не имею. Может, какой-то многоугольник какой-то? Наверное, какой-то многоугольник. Такс. Огур хороший. Огур медитировать. Мы все ищем где-то кусочек мозаики. Единственный ключ от водного храма на наставника монахов. Прям всем вам нужен этот ключ такой ощущение. Огур голодный, ты вкусный, мне. До скорой встречи. Вот такое ощущение, что он реально всем этот ключ сейчас нужен, только никто в этот храм не пойдет. Кстати, давайте, это самое. Пойдемте, на. Нет, мы в конце серии, мы где-нибудь посередине серии это пойдем, за этим котенком, посмотрим, сказать, правда или нет. Или 5-6, возвращение на болото. Алло, мозаика. Только где она тут? Вода.
Скажете вы, купи себе уже это самое, этому... Как? Понял, надо тут... Ё-моё, начнёшь прыгать, блядь, чуваки. Может, я себе купить эту штуку? Уже наконец-таки. Да не, я как-нибудь так пройду. Ё-моё, только что чуть не погибли, кстати. Да, просто будем толкать всех. Так, теперь я просто потом, смогу ли я по этим... По этим штукам пропрыгать до самого бубенца. Вряд ли, конечно, давай. Они все заново появились, вы издеваетесь? Все враги заново появились. Ладно. Не, даже с мантией я не смогу залететь, понимаете? Даже с мантией. Ты. И ты. Да даже если надеюсь залезу, то вряд ли я долечу. А, на нем дальше. Это будет пока же нас недостижим. В воде есть что-нибудь? Нет, ничего в воде. Жалоба, голова быстрее сейчас. Мне прям яйцо на голову кинут, мне кажется. Рычаг наверху. Так. Это было близко, но мы справились. Летим к рычагу, нажимаем рычаг. Походу вниз, внизу что есть. Так, все, спасибо, что отодвинул меня. Так, погоди-ка. Рычаг. Рычаг он-то. Тут еще один рычаг. Нет, тут ничего нету. Однако вопрос в том, может, рычаги временно открываются? Да, они временно открываются. Давайте по-быстрому попробуем пройти. Так, мыши с нами погнались. Теперь этот рычаг. Вот, все, они активировались. Внизу что-то есть. Ну-ка. Ну а что тогда? Что открывается должно, по-вашему? Ладно, у меня есть предположение. Глупое предположение, то что, скорее всего, появится какая-нибудь платформа, там появится какая-нибудь. В самом начале... Он прям совсем убивает, да? А я откуда мог знать это? Ты шутишь? Как мне добраться? Ну-ка, если я пойду тут дальше, смогу вернуться сюда? К примеру, по... Так, вначале давайте попробуем. Попробуем что-нибудь здесь сделать. Хотя мне кажется, бесполезно, что делать это бесполезно. Да, бесполезно. Потом идем сюда. Так, он не тонет. Хорошо. Хотя бы он, что эти блоки не тонут, хотя бы. Лопата. Ну, вряд ли тут бубен будет. Я прям на 100% уверен, что, блядь, уже не будет бубенца в этих. В местах, где лопаты покупать, потому что это было бы слишком очевидно. Слишком простое место, это какая-то бубенец, но все-таки он тут есть. И тут уже финиш. Время идеальное. Мы так это не нашли. Ну ладно. Теперь следующий уровень. Водяной храм 1. 5-7. А, тут уже пойти нельзя. Значит, надо возвращаться, да?
Давайте возвращаемся. Реально, возвращаемся на болото, возвращение на болото. А так можно было, что ли? Погоди-ка. А могу ли я тут допрыгнуть? Лягушка, начали уйти сюда. Это вопрос жизни и смерти. Могу я тут допрыгнуть или нет? Только если могу, то... Подвисла на секунду, ну ладно, так. Не, просто здесь просто очень огромное расстояние надо прыгнуть. Ты понятия не имеешь, что нам там, как надо прыгнуть, чтобы там долететь. Давайте, сейчас будут мои догадки поменяться. Возвращаемся сюда. Нажимаем все эти рычаги. И возвращаемся обратно. Глупый план, ну ладно. Но если он заработает, то реально будет невероятно, да? Невероятно тот факт, что я не надел плащ. Не, ну вряд ли там целый плащ потребуется, чтобы пройти до мозаики этой. Если я побегу обратно, то я его обратно нажму. Помощь не успею. Давай! Теперь идем обратно. Конечно, вряд ли это вот что-то изменило, но возможно там есть какая-то платформа. Ну хорошо, даже должны делать эти самые. Это рычаги. Не просто так же они тут. Погоди, как я. Не понял, а как я в прошлый раз допрыгнул да, на него? Погоди, а как, реально, как, погоди-ка, мне кажется, все поднялось. Предположение, все стало ниже, да? Нифига, все в таком же уровне. Да, вообще, если бы сейчас скачу в лягушку, это было бы реально фиаско. Погоди, как тогда я? Че, в смысле? Я же долетал один раз первый. Ладно. Забудем пока что об этом. Да, рычаги активированы. Ну что потом делать? Предположение, надо лететь, как-то здесь лететь, да? Стоп. Не сломай такой их. И чем мне это поможет, что я их не сломаю? Я смогу прыгнуть вот так вот. И вот так вот. Отлично. А теперь нам нужен вот этот код. Я испугался, ничего не знаю. Так, мы поняли, надо просто бежать. Сюда. Начали наверх, да? Наверху ничего нету, забираем пазл туда. Пройти нельзя, ну ладно. Теперь надо пойти в уровень. Однако, по-моему, там ничего сложного не было. От того, что это шахты, а шахты у нас лагают, не знаю что. Да, вообще стоило, конечно, копать, эти кучи стоило. Собираем монеты, но мы слегка спешим. Хотя куда мы спешим? Мы же никуда не торопимся особенно. Так, вот. Так, у нас. Теперь давайте посмотрим на этот прикол. Сказать тот факт, что котенок вот этот
последний должен находиться где-то на том же уровне, где все эти котята. Вот и монет пока собираю, не ночку. Реально какой-то кликер будет сразу. Мир 1-1, дом Нека. Ну, сейчас мой Нека себе, Нека, откроем. Может быть. Так, просто помните открывать раньше, да? Вот еще, вот уже целых три котенка гоняются за мной. Вы знаете, где он? Не поверите. Здесь вот. Вот серьезно? Приветики. Котенок. Деньги важнее, да? Деньги больше всего. И теперь у нас открывается новый код, да? Это его на табличке там, да? Я думал, касса началась, типа так он. Спасибо, Алекс. Спасибо, Алекс. Хорошо, все хотят. Я готов сбить свою команду. Хэм-хэм. А это кто такая? Эмми в команде. А это кто такая? Помни, я могу подсказывать узкие проходы. Это кто такая? Насколько узкие проходы? Мне кажется, реально меньше. Ну ладно. Новый код у нас. А это кто такая? Так, Макс, Ле, Мэй, Лекс. Мы всех нашли. Неважно. Мы просто идем дальше. И заканчиваем этот уровень. Так, не, здесь у нас просто кабинет, поэтому... Поспать, да. Доел все. Здесь это игра, и поспать ложится. Еще монета. Такс. Узкий проход. Да, в принципе, там был узкий проход как раз-таки. Всех котят нашли. Невероятно. Так вот этот первый код, это просто нечто. Это была та еще новость для меня, когда я понял, что он типа на первом уровне. Такой голосок, такой... мяу. Такой вот. Совсем не похоже. Понимаю, ну ладно. Где это место? Хороший, да, вот. По-моему, здесь. Да, вот. Ну-ка. Серьезно. Это тайник огров. Огр хороший. Если я ускорюсь, стану медленнее. Ничего себе. Да. А если бы я сломал, то тебя было как бы я... А, просто бы поднялся все. Остальные коты бы не подсказывались бы внизу, они просто будут самые... Просто выкарабкались. Все, я понес мозаика. Сейчас там реально будет что-то другое будет по-любому. По-любому не звезда будет. Чудесно. Вижу, мы нашли часть мозаики. Давайте же увидим полную картину. Это похоже на... Цветок! Вот ваша награда, будьте осторожны, в водном храме очень мокро. Да ладно. Спасибо, что нашел ключик мозаики. В водном храме очень мокро, запомните. Эта информация просто невероятна. Для предыдущего босса нам требовалось 80 бубенцов, сейчас у нас уже их почти 100. 98 осталось. Да, для босса понадобится 110 там каких-нибудь. До скорой встречи, да? Здесь спать. 6, 9, 6 монет. Да, 98 бубенцов. К
Как же я их долго собирал, эти 98 бобинцов. С ума сойти уж. Бежим. Получаем по 500 игрушки. Потому что мы до сих пор такие жадные, не купили себе это самое. Для плавания штуку. Ты ее сейчас понял, она сама заходит тут же. Я даже не нажимал. Ничего. Музыка какая-то тут непонятная. Да, это было логично, что наверх можно забраться, скорее всего. Только... А, шарик, скорее всего, нужен, да? Ну вот, куда ты пошел? Мне кажется, тут настолько плохо в этом храме, настолько все сложно, что вот даже вот кот сразу же вышел из него. Ладно, давайте падаем просто и получаем даже по лицу. Так, мокрый храм с огненными ловушками. И уже вижу бубенец. Больно. Нормально. Переживем. И сейчас на другого кого-нибудь прокапали. Ладно. Теперь бубенец забрали. Однако мы его не донесем, скорее. Так, второй бубенец. Как-то он там... Так, стоп. Почему я использую именно этого кота, а не других, спросите вы, скорее. Как бы рычаг нажать? А, вот нажался. Так, вот тут надо подниматься с помощью вот его. А знаете ли, а ведь можно просто уничтожить все эти самые. Да, никакой сложности в этом нету. Не падай на шипы. Да, никакой сложности нет. Давайте тут бинец, оказывается. Надо просто их всех по одному поломать и все. Так. Что не так? Вот я его нажал. Ударься давай об него. А, так от них маска спасает. Ну это логично, потому что иначе бы как бы мы проходили вот этот самый уровень песчаной замки. Надо подниматься, да? Я надеюсь, он работает вечно, этот рычаг. Куда я поземлился? Что это страшное место? Ладно, не такое уж и страшное. Да. Я подумал, что у воды поднялся, на самом деле тут у нас проход есть. А, нет! У воды поднялся, катастрофики. Это тот самый проход, из которого мы вышли. Этот. Есть что-нибудь здесь секретное? Нету. Ладно, идем дальше. Думаю, что потом сейчас сделать, потому что музыка какая-то тихая, запущенная. Берем сюда. Понимаем, что здесь плохо, что-то все. Берем его. Рыба уклоняется от нас. Рыба мастер уклонения, оказывается. Предположительно, можно было пойти по низу. Опять его там уклоняется. Опять ждем. Так. Уверен, где-то внизу бубенец. Все не было бы настолько просто. Не убил. Ну как так-то? Бубенец есть. Ладно, давайте сбегаем назад. Посмотрим, есть ли там бубенец где-нибудь. А то мне покоя это не дает. Видимо, тут нет никакого бубенца. Это у меня просто зря потратил время. Ну как зря? Не зря, да? Мы поняли, что это не бубенца. Скорее всего, где-то там в конце. Не чистый проход, не звучит для тех, у кого есть маска это. Так. Сейчас купаться финиш у меня. И... Не. Бенец вот он.
Не зря мы этого кота открыли. Хотя бы я был так и так, скоро он меня открыл, скорее всего. А зачем я прыгаю? Я же могу просто по нему карабкаться, точно. Я же могу на нем просто карабкаться. Давайте прыгнем в ловушку. Вырыв ловушку, если честно, эти монеты. Там, что там только что видел? Целая куча лягушек. В игре так было, здесь должна была быть вода. Но не важно. Мы все три бубенца собрали. Все три бубенца. 148 монет. Две монеты не хватает на какую-нибудь вещь. Сколько монет тут на... 100 бубенцов надо. Так, тот, кто там стоит, напоминает мне лорда Иридия, напоминает. Скажу честно. 100 бубенцов у нас есть, да. Однако вот этот босс выглядит так, будто он должен быть финальным выглядеть. Ну и что типа такого, поэтому я просто обязан оборвать здесь видео на этом моменте. Попросить вас подписываться и ставить лайки, да? За то, что я так круто обрываю видео в самых частых местах. Кто понял, в чем прикол этого прощания у этого, тот понял прикол, потому что оно было в одном из предыдущих видео, скорее всего. Только не по этой игре. И там тоже так же оборвало примерно, около примерно босса. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.